Коллеги-инвесторы, здравствуйте. Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования меньше 1 года. Сегодня с вами разберем такую компанию, как компания Лукойл. Давайте ее найдем в списке. Так, вот она у нас. Разберем вообще, чем занимается данная компания, чем зарабатывает, какие платит дивиденды компания Лукойл, какие показатели вообще она имеет. Ну, давайте начинать с обзора, чем занимается данная компания, что делает. Одна из крупнейших частных нефтегазовых компаний в мире, добывает нефть и газ почти в 6 странах. Также производит топливо для автомобилей, судов и авиации. Выпускает бензин, керосин, дизельное топливо, нефтехимическую продукцию. Так, Лукойл у нас продает нефтепродукты в 100 странах. 72% поставок идет внутри России, в страны Европы 22%, в страны СНГ и Грузию 5%. Чем владеет? У Лукойла 4 нефтеперерабатывающих завода в России. В Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ухте. 3 НПЗ в Европе, в Италии именно, да, Румынии и Болгарии. Также ему принадлежит 45% акций в НПЗ в Нидерландах. Так, суммарная мощность НПЗ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как расшифровывается НПЗ. Буду очень признателен. Итак, суммарная мощность НПЗ 85 миллионов тонн, что практически соответствует годовому объему добычи нефти. У компании больше 15 месторождений, крупнейшие из них в Западной Сибири. Так, Лукойл владеет и нефтехимическими предприятиями, является одним из основных поставщиков полимеров продукции пиролиза и органического синтеза на российский рынок. Также продает нефтехимическую продукцию более чем в 30 странах мира. У компании есть и свои ТЭЦ. Лукойл владеет ТГК-8, в которую входят небольшие ТЭЦ Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края. Так, доля Лукойла больше 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. У компании больше 5000 автозаправок в 18 странах. Так, ну вот такой краткий сделали обзор по Лукойлу. Посмотрели, да, вообще чем владеет, чем занимается. Но, конечно, показатели очень приличные по Лукойлу. Ну давайте перейдем к показателям. Выручка за 6 лет тут буквально плюс 3%. Конечно, маловато. По чистой прибыли за 6 лет минус 100%. Да? Значит, все-таки какие-то трудности по Лукойлу есть. И не может он показывать плюсовые, так сказать, показатели. ПЕ-280, это, конечно, вообще прям за гранью фантастики такие цифры, 280. Так, по долгу долг есть, все-таки присутствует, 383 тут миллиона, да. Но не так все прекрасно, как бы хотелось бы видеть по Лукойлу. По графику, да, посмотрим на годичном. Максимум показывало 7000 за одну акцию. Минимум тут 4000, если мы посмотрим на пятилетнем графике. Ну, на пятилетнем то же самое. В принципе, сейчас Лукойл находится на своих исторических максимумах, на своих хаях, можно так сказать. Ну, конечно, по такой цене решать, конечно, вам, да, но я бы, наверное, не заходил бы то по такой цене в Газпром. Газпром Лукойл все-таки очень-очень, да, завышенная цена.
По дивидендам. Дивидендная политика. Давайте посмотрим. Дивидендная политика. Компания планирует платить дивиденды 2 раза в год за 6 месяцев и за год 100% от скорректированного свободного денежного потока по МСФО. Это деньги, полученные от операционной деятельности за вычет капитальных затрат, уплаченных процентов, а также расходов на покупку акций компании отрасль нефть и газ. Так, а давайте посмотрим по цифрам. За 2020 год Лукойл выплатил 213 рублей, да, за одну акцию. Максимум тут показывал 350 рублей за одну акцию. Но, тем не менее, дивиденды приятные. 213 рублей, как бы 3%, да, но как бы очень даже и приличные показатели. Ну, хотелось бы по такой цене, если покупаешь компанию, хотелось бы видеть и дивиденды и поболее, да, так сказать. Вот, так что вот такой сделали краткий обзор на компанию Лукойл. Посмотрели вообще, чем занимается данная компания, какие платят дивиденды. Посмотрели по показателям компании, что все-таки не в больших плюсах они находятся, да, есть какие-то все-таки трудности по Лукойлу, есть небольшие долги, да, с которыми, конечно, надо и расплачиваться. Вот, решать вам, инвестировать или не инвестировать в данную компанию. Я свое мнение выскажу, что я, конечно, не, но скорее нет, чем да, потому что все-таки, если, может, цена была бы за одну акцию по Лукойлу там меньше 5000, а то и меньше 4000, то это было бы, конечно, более привлекательно, нежели сейчас находится на своих исторических максимумах, на своих хаях. Заходить, инвестировать, конечно, ну, такой сомнительный вариант. Но компания сильная, компания занимает большую долю на российском рынке. Но, как мы видим по обзору, да, вот ранее я зачитывал, что и все-таки на европейском рынке играет немалую роль компания Лукойл. Так что решать вам, инвестировать вам, но я свое мнение высказал. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле, какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все, отвечать на все. Пишите в комментариях, да, что вы бы стали инвестировать в компанию Лукойл. Очень интересно будет почитать ваше мнение. Обязательно ставьте лайк этому видео, поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео, показывать, как я инвестирую в российские акции, в российские компании. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо, всем пока.